Лежа в этом бескрайнем бассейне с видом на море и горы, может показаться, что ты далеко за границей. Но это село Небук в Туапсинском районе. Сочетание природы и современных технологий. Собственный пляж и ресторан с авторской кухней. Все это аргументы Кубанского побережья против зарубежных курортов. Используем местную, как бы местные уловы, именно только то, что касается рыбы, это барабулька, камбала, ставрида. Но больше акцент мы делаем, конечно, на качество или подачи, качество приготовления и высоком сервисе. Это как раз тот случай, когда туристы едут не только за профессиональным сервисом, но и за местным колоритом. Подобные гостиницы и отели – это новое лицо черноморских курортов. Их состояние сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Новый отель в Небуге – это реализация инвестиционного проекта. Уже совсем скоро откроется еще один корпус. Эффект от появления подобных объектов, он колоссальный. И внутренний, то есть и репутационный. И в целом мы создаем настоящую курортную инфраструктуру. Притом я считаю, что высочайшего уровня. Выиграет, конечно, это в целом и Туапсинский район, но и курорты нашего края. Пляжный отдых тут же конкурирует со оздоровительным. В 10 минутах езды от современного отеля уютный санаторий. Лечение проходит с видом на море. Здесь тебе и целебные грязи, и углекислые ванны. А в фойе работают бюветы с минеральной водой. Одно из самых популярных мест в санатории. Не прошел мимо и Вениамин Кондратьев. Он попробовал воду, а заодно и пообщался с отдыхающими. А вы откуда? Я из Самары. Из Самары. Вам тоже понравилось? Очень. И вы тоже приедете? Я стремлюсь сюда, да. Я стремлюсь, потому что здесь с каждым годом лучше, а не хуже. И лечебная база есть, и питание нормальное, и все очень близко. Знаете, вот самая лучшая реклама – это реклама, которая звучит из уст людей, простых людей, тех отдыхающих, которые здесь сами побыли, сами отдохнули, сами увидели, на себе все прочувствовали. Я уже здесь не первый раз. Я тоже. Еще раз, за вас, чтобы все у вас. А за меня. И за вас. В условиях рынка привлекать туристов нужно нестандартными предложениями. И подобные бесплатные бюветы как раз могут стать и решающим аргументом кубанских санаториев в споре за постояльцев. Санаторно-курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. И вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить. Бювет. Я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего уже санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, не только море, великолепно, великолепные номера, столовую даже не назовешь, это ресторан, еще и бювет, лечебная вода. Это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть завтрашний день и развиваться. Борьба за туриста – это уже не просто метафора. Конкуренция на курортном рынке такая, что удержать отдыхающих пытаются любыми способами. Фестивали, новые экскурсионные маршруты. Только лечебных и оздоровительных программ в кубанских здравницах больше 500. Однако все это может отойти на второй план, если не решить проблемы с коммунальной инфраструктурой. С нынешнего года примерно в 9 раз увеличили финансирование программы по модернизации сетей. И готовы дальше выделять на это деньги, рассказал губернатор Кубани на совещании по развитию санаторно-курортной отрасли региона. Не может быть качественных курортов без качественного электроснабжения, водоснабжения, канализации качественной. Не может быть. Все остальное это будет профанация. Отключение света, отключение воды, аварии с канализацией. Все. Хоть что делать. Не поедут. А если приехали, уедут. На водоснабжение и водоотведение в этом году мы выделили 770 миллионов рублей, а на следующий год мы заложили практически 1,5 миллиарда. Эта сумма, она, понятно, не такая большая, и надо намного больше, чтобы комплексно решить эту проблему. Но, тем не менее, хотя бы каждый год, если по миллиард, 1,5 миллиарда, 2 будем выделять, а мы постараемся это делать, по крайней мере, мы своими силами эту проблему решим. Помочь в этом должен и курортный сбор. Полученные деньги пойдут исключительно на развитие туристических зон. Только за 3,5 месяца в Краснодарском крае собрали 82 миллиона рублей. Размер платежа на Кубани один из самых маленьких в России – 10 рублей с человека в сутки. При этом жители региона освобождены от сбора. Туристы, большая часть, достаточно лояльно относились к этому эксперименту, потому что информирование было заблаговременно до того, как начался эксперимент. Сумма хоть и небольшая, которая взимается за проживание в период эксперимента, но тем не менее, как бы, чем больше поток, соответственно, тем больше инвестиций.
Санаторно-курортный комплекс Кубани – привлекательное место для инвесторов. Турпоток растет с каждым годом. На сегодняшний день в регионе отдохнули уже больше 15,5 миллионов человек. Чтобы удовлетворить спрос, нужно развиваться. Но для этого просто необходимо навести порядок в прибрежной застройке, считает глава региона. Очень важно нам всем понимать, что мы должны оставаться курортным регионом. И если мы говорим про курорты, то мы должны сохранить курортную составляющую, в том числе и возможности строить современные новые курорты, а не отдать их под частную застройку. Если мы будем создавать санатории, гостиницы, пансионаты, мы выигрываем и приобретаем большую устойчивость на рынке. А если мы по дешевке, неважно какие деньги, отдаем это под жилую застройку или под частную, то мы проигрываем. Поэтому здесь тоже должна быть принципиальная позиция и вас, как представителей санаторно-курортного комплекса, по тому, чтобы выражать и свое несогласие, в том числе вот с непонятной застройкой. Для того, чтобы не ждать от совещания к совещанию, а выходить с профессиональными вопросами и предложениями напрямую к властям Краснодарского края, Вениамин Кондратьев предложил представителям санаторно-курортной отрасли объединиться и создать собственную ассоциацию. И тут же на просьбу зала построить дорогу для частной гостиницы к пляжу за бюджетные деньги. Губернатор предлагает все-таки идти навстречу друг другу. Вы все хотите жить в рынке, зарабатывать по-рыночному. Да, безусловно, платите налоги. А вот методы называете такие, знаете, советские, административно-командные. То есть мы будем зарабатывать, а вы нам все создаете. А потом мы создадим, а вы еще и цены потом подымете. Ну, так не бывает. Это как-то игра в одни ворот. Инфраструктура курортная, она тоже зависит и от того, насколько вы будете активны. Мы готовы сесть за большой круглый стол, и я в том числе. И тогда мы договоримся. Мы вкладываемся в инфраструктуру дорожную, а вы вкладываетесь в строительство отелей. И подпишем это соглашение. Санаторно-курортная отрасль – это отрасль экономики. Она состоит же из бизнеса. Поэтому давайте посредством уже партнерства государства и частников определять стратегические пути развития. На совещании речь зашла и о кредитовании курортного бизнеса. Для Кубани это стратегическая отрасль, такая же, как и сельское хозяйство. Поэтому Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей проработать вопрос с банками. Возможно, по аналогии с агропромышленным комплексом, получится разработать программу льготных кредитов и для тех, кто занимается санаторно-курортной отраслью. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район.